Друзья, я честно вам признаюсь, это одна из самых долгожданных игр 2023 года. Да, ребята, Poppy Playtime глава 3. Наконец-то вышел официальный трейлер, который мы с вами сегодня посмотрим. Мы с вами его разберем максимально подробно. И да, как только игра выйдет, я сразу же сниму для вас топовые видосики. Поэтому, ребята, если вы ждете игру, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться и приятного вам просмотра. Это Сэм Илья. Если не ошибаюсь, этот мультик про улыбающиеся твари мы с вами видели уже неделю назад на официальном канале, там, где был кошачий сон и его друзья. Когда вы смотрите вниз и наружу, вы можете нахмуриться и пройти мимо. Это кошачий сон, а это собака с превьюшки. Опачки! А вот это интересно. Так, тревога, система, 8 августа 95 года, Playtime Company, Poppy Tron 502. Следующее сообщение предназначено для всех сотрудников компании Playtime Company. Ага. Вы слышали новости? Это домик Poppy! Это домик Poppy! Смотри, зеленая рука. Офигеть, офигеть! Маска? Мы все это подробно разберем. Посекундно. Улыбающиеся твари, наши любимые. Эти дети пострадали? Вот в чем дело. Ага. Кошачья мята. Кошачий сон. Прототип — это его бог. Прототип — это его бог? И вот что он делает с еретиками. Подожди, это собака? Эти дети что происходит голодными? Здесь внизу, важнее, чем все мы вместе взятые. Мысли вы важнее. Мне нужны. Так мы сможем эти отомстить тем монстрам, которые мучили вас. Которые мучили нас. Смотри, это Кисси-Мисси! Наступает час радости. Праздник. Мы уже идем. Просто держитесь. Ликование. Прототип должен умереть. Прототип? Из-за этого. Из-за всего остального. Это была собака. Офигеть! Вы видели? Это кошачий сон? Это Кэтнап? Посмотри, какой он огромный! Что это такое? Глава 3. Глубокий сон. Ребята, я хочу быстрее, чтобы это вышло. И объявят ли дату выхода? Написано в 23-м году. Дату не объявили. Так, теперь я хочу рассмотреть все максимально подробно. Мультик, понятно, это мы с вами видели. Здесь неинтересно. Вот здесь, кстати, я думал, что зашифрована дата выхода. Мы с вами пытались разобрать. Многие из вас сказали, что 12-13 декабря. Но сегодня у нас 12 декабря. Может быть, я был уже позже. Так, кошачий сон, собака с превьюшки. Здесь это сообщение мы с вами перевели, что здесь какая-то опасность, все остальное. Кстати, экран, на котором все это показывается, называется Poppy Tron 502. Поппи — это наша кукла, на которую вы все прекрасно знаете. Это понятно, что это для сотрудников сообщение. Здесь написано: ты слышал новости? Так, ребята, домик Поппи. Сейчас мы рассмотрим. Что у нас с вами здесь есть? Почтовый ящик, у нас есть верандочка. Сверху сама Поппи, то есть это какая-то локация, где мы будем находиться в этом домике. Та самая Поппи, которая поставила нас в поезде. Цветочки. Red Flower? Подожди, что она сказала? Или ночной цветок. О-о-о, смотрите! Локации, как круто сделано! Синяя рука есть у нас, зеленая рука есть. Это электропроводящая. Так, что мы с вами видим? Брон висит на проводах. Сверху зеленая у нас, зеленый переключатель для активации. Внизу у нас зайчики. Голова Хаги-Ваги. А, подожди, это подушка. Это подушка в виде головы Хаги-Ваги. Красная маска. Красная маска, которая будет защищать нас от тумана. А вы помните, кто делает туман? Кошачий сон. Тот самый новый персонаж из улыбающихся тварей. Она постоянно шепчет про этот цветок. Вот они, ребят. Кстати, нам уже показали двух монстров. То есть нам показали кошачьего сна. Он огромен, просто гигантский. И показали собаку, которая ползет за нами по вентиляции. Кстати, здесь Бром подвешен, здесь подвешен в углу робот и также котик. Смотрите, все, блин, вот эти улыбающиеся твари, они реально меня пугают. Они реально максимально криповые. Это какая-то игровая комната.
Подожди. Это переводится «Эти дети пострадали». Кошачий сон и твой друг. Пожалуйста, следуйте протоколам, каким-то освещению протоколам. Так, смотрите, его прототип... Она, кстати, сказала, что прототип должен быть уничтожен. Посмотри, кто-то собрал части разных. Подожди, смотри. Здесь есть и улыбающиеся твари. Здесь есть и PG-пиллер, ребята. Скелет человека. Подожди, а есть здесь голова... Подожди-ка. Единорожка. Собрали всех игрушек. Какое-то странное существо на... Не знаю, что это такое. Его божество. Смотри. Мне кажется, это... Если длинные уши, может быть, это собака привязана. То есть, что, ну, сказал, что он делает с еретиками? Эти дети растут голодными. Так. А здесь она с нами общается. Она говорит, все, что находится внизу, намного важнее, чем все, что происходит вокруг. У нас есть, кстати, посмотри, какая рука. Фиолетовая рука. Какая-то прототип какой-то фиолетовой руки. Она максимально электронная. И позволяет нам отталкиваться от пола. И посмотри, перепрыгивай. Нифига себе. Злой Хаги-Ваги показывается на экране. Эти дети спасены. Мы должны отомстить. Это Поппи нам постоянно говорит. Смотри, она... Подожди, она тащит Кисси-Мисси или Кисси-Мисси ее тащит? Она пытается спасти Кисси-Мисси против... от какого-то монстра. Но пока Кисси-Мисси выглядит довольно-таки добрая. И она нам помогала. Вы помните, в прошлых частях Кисси-Мисси нам помогала. Она была хорошая. Наступает часть радости. Телефон. Телефон. Мы, кстати, этот телефон видели в одних в трейлерах. Праздник. Смотри, мы спускаемся куда-то в подвал. И здесь вот этот тот самый красный туман, из-за которого, скорее всего, мы заснем и не проснемся, погибнем. Поэтому нам нужна будет маска, которую мы подобрали. Вот, мы взяли маску, она висела на стене. Теперь эта маска нам понадобится для того, чтобы проходить в этом тумане. Ликование. Подожди, а что она сказала? Еще раз. Прототип должен умереть. Офигеть. Прототип, вы помните? Прототип — это рука, которая забрала в конце второй части голову мамочки длинные ноги. Вы помните, что произошло? Ее заживало. Сон. Вот этот пес! Вот этот пес, который был привязан к стене. Это один из друзей, ребята, вот этих улыбающихся тварей. Офигеть, как это круто! Боже мой, смотри, мы можем с вами прыгать. Возможно, у нас будет возможность какая-то переключать руки в какой-то момент, когда нам нужно будет проходить разные испытания. За нами будут гоняться Ой, блин, я все хочу! Я хочу поиграть в это. Пожалуйста, скажите дату. Но, блин, кошачий сон, посмотри. Подожди. Может быть, это не кошачий сон? Может быть, они взяли... может быть, это создание прототипа? Стоп, подожди. Мне такое впечатление, что у него взята часть Хаги-Ваги. То есть, вот эти длинные ноги. И приставлена голова кота. Либо это и есть тот кот. Подожди, нет. У него четыре лапы, огромные четыре лапы, у него есть свисающийся закрученный хвост и... Боже, какой он страшный. Это очень стрёмная, ребята, будет голова, и я уже хочу в нее поиграть. Поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы она быстрее вышла, срочно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До встречи на новых видосиках. Блин, я очень хочу все это, ребят. Блин, третья глава будет 100% крутая. Всем удачи, покедова.